Из Санкт-Петербурга Петр Гуменник. В нынешнем сезоне этот спортсмен продолжает раскрываться по-новому и продолжает добиваться самых серьезных своих результатов. В частности, он добрался до первого места на этапе Гран-при России и не случайно претендует на очень много и на чемпионате страны. На чемпионате России по прыжковым элементам был в финале. Ну что, осталось сделать один лишь только шаг до вершины. Какое же все-таки это зрелище, как же мне повезло, что я комментирую сегодня короткую программу мужчин, потому что настоящая битва, настоящая интрига, так все близко. И вот еще и Петя Гуменник добавил своим прокатом неразберихи в этой сильнейшей группе завтра, потому что абсолютно точно баллы будут высоченными. Четверной Ридбергер показал нам Петя. Это первый четверной Ридбергер, который мы увидели сегодня. Видели мы уже и Луц, и Тулуп, и Сальхов. Флип, к сожалению, видели только на разминке. Видели только на разминке, да. И вот теперь еще и Ридбергер от Петра Гуменника. Здорово просто. Традиционно сильное вращение. Это одна из сильнейших сторон Петра. Поэтому я думаю, что оценки сейчас будут... Может быть, даже замахнется и на первую строчку. По крайней мере, по прокату. Я, конечно, не судья, не профессиональный. Но мне кажется, что это достойно первого места. Во всяком случае, те болельщики, которые с плакатами и с картинами подошли сюда к Красноярской, сейчас одарили Петра Гуменника, нисколько в этом не сомневаются. Тинькофф, банк, которому доверяет уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тинькофф желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Как раз вот этот сложнейший прыжок сейчас нам показывают наши режиссеры, за что им большое спасибо, потому что такое действительно нужно повторять вновь и вновь. И тройной аксель.
как вишенка на торте. Очень чисто и очень красиво. Когда такой объем дает спортсмен, это все-таки здорово. Мне, как парнику, приятно наблюдать вот за высокими именно спортсменами, потому что как-то мне это все кажется так мужественно. Не знаю, люблю, когда катаются высокие ребята. И так здорово катаются, как это делали сегодня Артем Ковалев, Петр Гуменник. А мы еще видим Макара Игнатова. Алексея Ерохова. И да. Илью Яблокову, который сейчас тоже очень высокий спортсмен. Будет еще на кого посмотреть, а и будет, что пережить тренеру Веронику Дайнеко. Я не знаю, находит ли она там внутри себя сердце, которое скачет, а душа в пятках. Но Петр Гуменник покорил и публику, и зрителей. Ну а что скажут судьи? А судьи говорят, что ни единой помарки они не находят у Петра Гуменника. 104,5 балла. Вот она, первая сотня. Да причем она пробита так хорошо. Петр Гуменник первый из 10 выступивших атлетов.